Ношение сотрудниками и покупателями средств индивидуальной защиты и использование дезинфицирующих средств по-прежнему обязательно. На объектах потребрынка должна быть нанесена разметка для соблюдения социального дистанцирования и вести журнал учета за температурой работников. За порядком ежедневно следят. Сегодня с проверкой нагрянули в магазины Советского района. В связи с последними изменениями законодательства, да, у нас есть требования главного санитарного врача, как сотрудники администрации, так и сотрудники общепитов, которые работают с людьми, они обязаны вакцинироваться. В случае фиксации нарушений сотрудники администрации составляют административные материалы. За период действия коронавирусных ограничений в Советском районе 380 таких актов направлено в Управление гражданской защиты. А на недобросовестных предпринимателей наложено штрафов на общую сумму порядка 1 600 000 рублей. Бесплатные маски, чтобы было наличие платных также масок. Перед входом, если покупатели заходят, допустим, без масочек, мы, естественно, предупреждаем их. На входе у нас имеется предупреждение, что обслуживаем только в масках. Городские власти призывают проявлять сознательность и личную ответственность за свою безопасность и здоровье и соблюдать все необходимые меры предосторожности. Мария Елчан, Николай Епифанов. События.